Девочки, всем привет! Как ваши дела? Сегодня хочу приготовить блины вместе с вами. Готовлю по этому рецепту очень много лет. Всегда получаются очень вкусные, красивые и ажурные блины. А в дырочку, как мы это любим. Так, я уже подготовила все ингредиенты. Здесь у меня стакан кефира. Стакан примерно 200 мл. Стакан кипятка, щепотка соли, здесь 4 столовые ложки растительного масла, здесь у меня 4 столовые ложки сахара, но вы берите по вкусу. Здесь маленькая ложка соды, 2 яйца и примерно муку взяла 300 грамм. Итак, приступим. Первым делом отправляем яйца, добавляю соль, щепотку и сахар. Хорошо перемешиваем. Далее отправляю кипяток. Кефир. Отправим полстакана и полстакана примерно оставим. Кефир я добавляю соду. Гасим соду в кефире. Отправляю нашу смесь. Подсолнечное масло. И постепенно добавляем муку. Главное не добавить очень много муки, не переборщить, иначе блинчики будут забитые, не будут мягкие. Если вдруг вы переборщите, добавьте просто кефир. Оставляем минут 10 и начнем печь. Пока наше тесто отдыхает, посмотрите, какая красота на улице. Весна к нам пришла. Красота, красота. У кого еще весна пришла, пишите в комментариях. Наше тесто отдохнуло. Приступим готовить блины. Немного смажу растительным маслом сковородку. И начинаем жарить блинчики. Сделав первый блинчик, я понимаю, что муки я добавила много все равно в тесто. Я еще примерно 100 мл добавила кефира. И потом уже блинчики стали более мягкими получаться. Кто любит блины с дырочками? Так, я тут жарю блины и параллельно хочу пожарить картошку. Очень вкусную домашнюю картошку мы купили. Прям вкус детства. Кто хочет картошку, признавайтесь. Еще я люблю к картошке добавить лук, так что будем нарезать. К
картошке добавляю черный перец и соль. Все, наша вкусная картошка, как в детстве, готова. Приятного всем аппетита! بنت أبي بكر حبيب رسول الله فازت بقلبي خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا عائشة حبك الله حب من يحب فصرت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى لا 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 نحتاج